Погнали! Погнали, погнали, погнали! Да, реально. Ребят, всем большой привет! Сейчас вы смотрите видео на моем канале, и за что вам большое спасибо. Сейчас мы с ребятами снимаем для вас видео, которое называется «Кто из вас?», но оно будет не совсем обычным. У нас есть две команды, это мы с Оском и Ева с Кириллом. Кстати, это Ева и Кирилл Дединок. Привет! Обычно такое видео снимают с листочками и написаны на листочках имена, и когда звучит вопрос, мы просто поднимаем листочки. Но так как мы очень креативные ребята, в основном Кирилл и Ева Дединок, то у нас будут туфли. Женские туфели значит, что ответ она, мужской туфель значит, что ответ он. Также хочу попросить вас переходить по ссылке, которую я оставлю в описании. Это будет канал Кирилла, и там будет матч-реванш. То есть там как бы можете посмотреть продолжение. Если вам понравится эта часть, то обязательно посмотрите вторую. Первый вопрос, друзья, вы готовы? Да, я готова. Кто из вас больше любит путешествовать? Нет, это вообще... Ой, знаешь что? Хочу вам прокомментировать. Сейчас ребята не одинаково ответили, значит, они не угадали. Значит... Вообще, я забыл про то, что можно оба понимать. Ева, давай. Кто из вас за здоровый образ жизни? Ну что, это на все вместе. Так. А что, по мне не видно, что там все дела? Чей плейлист лучше? Каждый для своего хорош. Да, но все-таки... Я Джастин Бибера не слушаю. А я, например, мне вообще подходит любая музыка у Карины в плейлисте. Значит, Карина лучше. Кто из вас хуже поет? Подожди секунду. Хуже поет? Запомни, я борец, а не певец. Это подсказка. Я в любом случае подняла его. Кто из вас больше ест? Ты тоже вспомнил случай последний в Мэке? Нет, но я просто знаю, что ты больше ешь. Ты видел себя? Кто из вас любит шопинг? Хорошо, ну просто ты постоянно в меге. Постоянно что-то меряешь. Не значит, что я люблю шопинг. Его жизнь заставила просто. Он любит мегу. Просто мега находится в 2 минутах от дома, зачем бы нет? Зачем бы нет, действительно. Зачем бы нет? Да. Это кто из вас, внимание, больше залипает в Инстаграм? Знаете, я подписана на 450 людей, чтобы просмотреть ленту, мне нужно, ну, минут 10. Молодец. Поэтому, вот. Кто из вас больше ревнует? Правда? Шок. Карина, ты тоже ревнуешь? Я дико ревную. Подожди, ты обе подняла? Да. Приятно, да? Кто из вас больше любит свадьбы? В смысле, быть на них или быть в качестве невесты? Не-не, ну хотя бы быть на них. Это хитрые армянские движения. Нет, ну просто я не считаю, что я любитель такого. Ну точнее, может, я и любитель, но я самая старшая в семье, вообще во всей огромной. В общем, сложно понять твою логику, но ладно. Подожди, просто только после того, как я выйду замуж, начнут выходить замуж все мои родственницы. Правда? Потому что я самая старшая. А так разве это 100% тогда? Ну, смотрите, у меня есть 10 братьев и сестер двоюродных, и все они младше меня, то есть, когда я выйду замуж, у меня начнется марафон свадеб. То есть от Оска так зависит много? Я не виновата, что я самая старшая. У меня папа самый младший в семье, но он впервые всех остепенился, типа. Кто главный? О, yes. Это хорошо. Бам-бам! Итак, теперь мы поменялись местами и будем задавать уже вопросы Еве и Кириллу. Так что первый вопрос – это кто из вас терпеливее? Да ладно! Ну да. Неправда. А, нет, меня выносит, когда официанта надо ждать долго. Он даже официант подождать не может. Вы знаете, терпение острее ножа самурая, если что. Это что значит? Это значит, что типа если терпеливый человек, то ты очень острый. Кто из вас любит больше спать?
Та-пам. Очень стыдно это признавать. Это даже без каких-то... Кто встает раньше? Да. Кирилл все потому что кто любит спать? Ты. Да. You. Yes. Hello. It's me. У кого из вас больше странностей? Воу. Ура! Да, аллилуйя! Кто из вас больше любит искусство? Ну, это я. Кирилл и Ева, у кого из вас чувство юмора лучше? Вау. Да! Yes. Короче, сейчас объясню. В общем, у нас не очень-то чувство юмора, но... В обоих! Но, да, когда мы вместе, нам очень смешно, и... Мы можем шутить. Когда мы вместе шутим, это очень смешно, нам вообще кайфово. Мы над всем смеемся. Мне кажется, это и есть любовь. Это и есть. Блин, вы такие классные. Это такой романтический момент. Поцелуй тебя. Где свечи? Ребят, кто из вас более организован? Нет, давай, вспоминай. Алло. Ты вообще обманываешь. Помогите определиться. Это вообще нечестно. Ну-ка. То есть ты сейчас используешь свою подсказку? Он просто не организован, но не готов это принять. Зато я раньше стою. Просто не, тебе не помогает быть более организованным. Кто, я взрабатываю. Сейчас спроси, кто красивее. Я и что? Кто из нас выше? Ты. Все. Дальше следующий вопрос. Быстрее! У кого, на ваш взгляд, чувства сильнее друг друга? Вау. Я надо вдвоем поднимать 3-4. Это было честно сейчас? А в смысле, а как это? Конечно, честно. Итак, следующий вопрос. Ага. Там по-армянски? Сейчас, секунду, я тут трансформатирую вот этот вопрос. Трансформатирую. Кто из вас больше армянин? Неожиданно прям вообще. Барев. Сиримэм. Это все потому, что у Кирилла больше знакомых армян? Он очень любит армян, и он даже армянский учит. Я даже не брала. Я уже знаю 5 слов. Он знает 5 слов, и всем их говорит, но всегда их путает, и все смеются. Ну, знаете, Москва тоже не сразу строилась. Тем более армян, знаете, что в Москве? А, ты про то, что у меня есть время еще, да? Я думал, ты про то, что армяне строят Москву. А говоришь, чувство юмора не очень. А ты говоришь, шутка была? Да. Ребят, кто из вас больше смеется? Да. Мама говорит, что я хохотушка страшная, ну и правду говорю. После свадьбы стала такой веселой. После свадьбы стала веселой, да. Стресс прошел. Итак, ребят, последний вопрос. Кто из вас больше любит животных? Ты не любишь, да? А есть вопрос? Ху, пронесло. Дорогие друзья и подписчики Карины Каспарян, рад вам сообщить, что мы с Евой выиграли. Ну вот. Я тоже рад. Но, надо верить в ребят, тем более они красивые, они армяне, и, скорее всего, у них все получится. По ссылке в описании посмотрите матч-реванш с их участием. Это была программа... Пусть говорят, прощайте. Оск Махарян, Карина Каспарян, Ева Дединок и, как это неожиданно, Кирилл Дединок. И все ссылки на наши инстаграмы в описании, и ссылки на второе видео в описании. И ставьте палец вверх под видео Карины, потому что она такая клевая. Спасибо. И пишите в комментариях, если бы вы еще хотели видеть такие подобные видосики. Все, всем пока. Целую, люблю.